Я отношусь как к младшему другу, к сыну своему. Куда пропал? Как пропал? А почему пропал? Потому что он у нас отвечал за доставку радиоаппаратуры на эту площадь. Понимаете? Вот почему пропал. Задерживают доверенных лиц, потому что власть панически боится своего народа. Боится массовых демонстраций, выступлений. Я не знаю, вчера я целый день занимался только тем, что освобождал моих доверенных лиц, потому что у них у дверей были переодетые там в форме, без формы люди, которые пытались их арестовать. Ну, это называется просто беспредел.